Премьера. А может быть, я буду бетоноукладчиком, мало ли кем. Митя Фомин стал другим человеком. Здрасте, Ильяс меня зовут. Очень сегодня из Казани я. И теперь его миссия – продержаться в смузи-баре. Не могу сообразить. Не могу попасть в дырочку. Да? А. Если вы будете медлить, я буду вас штрафовать. Насколько? Продержаться хотя бы день. Мне нужна эта работа очень. И остаться нераскрытым. Все мозги проконспортировал, все просто. Митя Фомин в новом шоу «Звезда под прикрытием» меняет профессию. В воскресенье в 18:30. Премьера на Муз-ТВ.